приглашаю вас посетить нашу новую выставку. Это временная выставка, предоставленная Новгородским объединенным музеем-заповедником. Выставка «Воинские повести Древней Руси». Выставка эта побывала уже во многих музеях нашей страны. Старая Русь, Рязань, во многих других городах, а также в Беларуси, в Полоцке. Автор всех работ, представленных на выставке, Алексей Дементьевич Шмарин. Он родился 4 апреля 1933 года в городе Москве, где и живет сейчас, до сих пор, и даже создает какие-то новые работы. А на этой выставке представлена книжная графика из серии «Воинские повести Древней Руси». Это целое, это общее название, а серия «Герои русского народа 13-15 веков». Основа для всех этих сюжетов, которые он создал в технике литографии, линографии, афорта, это древнерусские летописные памятники. Алексей Дементьевич Шмаринов, он является одним из лучших знатоков древнерусских текстов. И он создал на основе этих текстов иллюстрации, иллюстративный ряд, несколько серий, такие как «Задонщина», в которой рассказывается о победе русского народа над татаро-монгольским войском. Это Дмитрий Донской, это Сергий Радонежский, это Александр Невский. И вот 38 графических работ из этих серий представлены здесь, на этой выставке. Алексей Дементьевич Шмаринов, он выставляется очень давно, как мы понимаем, дата его рождения 1933 год. И за много лет своего творческого пути он, конечно же, стал известен не только в России, не только сначала в Советском Союзе, потом в России, но и за рубежом. Его работы находятся в таких музеях, как Третьяковская галерея, Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств Александра Сергеевича Пушкина. Ну и, конечно же, за рубежом, в частных коллекциях и в музеях во многих находятся его работы. Выставки тоже проходят не только по нашей стране, по родной русской земле, которой он, конечно, посвятил все свое творчество, но и за рубежом. Он является народным художником РСФСР, он обладатель множества государственных наград, а также и обладатель многих зарубежных премий и званий. То есть он достиг многого. И это заслуженно. Его работы, они практически все посвящены героям русского народа, древнерусским летописным памятникам. Как я уже сказала, это серия «Задонщина», это серия «Дмитрий Донской», «Александр Невский». То, что представлено у нас сейчас на выставке. Главной темой творчества Алексея Дементьевича Шмаринова является история родной русской земли. И она не только прекрасна и поэтична, она в то же время трагическая. Серия «Герои русской земли 13-15 веков» включает в себя такие работы, как Дмитрий Донской, Сергий Радонежский и Александр Невский. Ключевым приемом, который использовал художник при создании этой работы, является обращение к житейной русской иконе. Клейма, которые окружают героя, в данном случае Александра Невского, они помогают обогатить образ героя, показать его с разных сторон и, конечно же, это значительно обогащает восприятие. Эпическая серия «Герои русской земли 13-15 веков» сегодня воспринимается как эталон исторической графики России. И мы приглашаем вас своими глазами и сердцами
увидеть эту выставку, ознакомиться с ней. Выставка эта будет работать до 29 ноября по адресу Старая Ладога, улица Варяжская, дом 6А, дом Петра Васильевича Калядина. Каждый день с 10 до 5 часов, кроме понедельника и вторника. Приходите, мы будем вам рады.